Вступительная кампания вышла на финальную прямую. Приходит конец волнительному ожиданию. Накануне абитуриенты, подавшие документы для участия в конкурсе на дневную бюджетную форму получения высшего образования, узнали результаты приемной кампании. Два вуза региона пополнили ряды студентов. В техническом университете все бюджетные места оказались закрыты. Приемные комиссии вуза считают, что таких результатов удалось достичь благодаря хорошей профориентационной работе в школах и среднеспециальных учебных заведениях. Наибольшей популярностью в этом году пользовалась специальность промышленное и гражданское строительство. У нас вчера произошло зачисление на обучение за счет средств республиканского бюджета. И 455 абитуриентов, имеющих наиболее высокие баллы, стали уже студентами нашего университета. Наиболее востребованные специальности это промышленное и гражданское строительство, теплогазоснабжение, вентиляция, автоматизированные системы обработки информации. В Брестском государственном университете имени Пушкина на первый курс дневного отделения нынче зачислили 457 бюджетников. В лидерах по традиции правоведения и специальности биологического факультета. К сожалению, без студентов остались две специальности физико-математического факультета, но у руководства уже есть план по решению этой проблемы. По университету конкурс составил 1,8 заявления на место. В принципе, конкурс достаточный, учитывая демографическую проблему, учитывая количество университетов в стране. Штат бюджетников в вузах укомплектован, и с 1 сентября сядут за парты уже теперешние первокурсники. А для тех, кто не прошел по конкурсу на бюджетную форму получения образования, есть еще шанс переподать документы на платную.